Всем привет! Вы на канале Саня Механик. Сегодня к нам заехала Toyota RAV4 исключить левая шарова. Сейчас покажем, как меняется левая шарова на Toyota RAV4. Шарову будем ставить лимфердер. В таком исполнении упаковка. Шаровая с основной гайкой. Здесь две прессованные шпильки и болт. В комплекте нету ни гаек, ни болта. Сняли колесо, вот наше шаровое, снизу две гайки и болт, и сверху у нас вытягиваем шплинт и откручиваем гайку. Сняли шплинт, здесь ключ на 19, гайка. Открутили шаровую, опускаем вниз рукой рычаг и немножко убираем в сторону. Чуть-чуть убрали в сторону. Сейчас берем наставочку и сбиваем шаровую. Поворотный кулак чугунный. Все, вот так очень легко сбила шаровую. Берем новую шаровую, вставляем и закручиваем. Так же самое, одной рукой отдавливаете рычаг, а второй заводите шаровую. Все, всунули, закручиваем две гайки, наживляем болт. И теперь затягиваем верхнюю гайку. Здесь уже гайка без шплинта, самоконтрагающая, ключик на 22. Все, шаровую поменяли, все получилось очень легко, элементарно, просто. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Саня Механик. Всем пока.